Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Снэп от Marvel. Так, ну что, я смотрю, у нас есть 19 карт, которые мы можем улучшить. И вот я хочу сейчас что-нибудь найти для себя полезное. Морда не хочет. А кто же тогда? Носорог. Давай. Давай улучшим. Так, блестящий логотип. Такой он мощнявый, ты посмотри. Просто круто смотрится. Итак, что мы зарабатываем? Тайник коллекционера. Блин, еще 100 жетонов. Итого у нас 1100 жетонов. А что мы можем приобрести? Дай-ка я гляну. За жетоны мы можем приобрести серия 3. Сорви голова. На пятом ходу вы увидите ход оппонента до того, как он начнет ходить сам. То есть, ну ты понял, да? Нам тупо показывают, куда он поставит карту на пятом ходу. Я считаю, что это полная фигня, и мне это не нужно. Так, у нас что, заданий нет, что ли, новых? Да быть такого не может. Вот они, задания есть у нас тут. Давай я еще возьму. Купить 2 ежедневных задания, отлично. И попробуем, естественно, их сегодня отыграть. Так, у нас, по-моему, начался новый сезон. Нет, не, вру, ребят, не новый сезон. Нет, это я прочитал в новостях, там что-то... Не помню сейчас точно, что там было написано, но не новый сезон. То ли новая локация добавилась, то ли еще что-то. То ли новый персонаж. Так, на 3-м, 4-м, 5-м ходу сюда нельзя добавлять карты. Я сейчас уже в таком ранге, ребята, нахожусь, что моя колода, она здесь не тянет. То есть 50 на 50. Когда я выигрываю, когда враг, ну, враг коварный. С довольно неплохими комбинациями. Так, у него агент 13. Неужели на сбросах играет, а? Неужели он играет на сбросах? Так, постоянные эффекты. Давай, наверное, я поставлю сюда морду. Я не помню, что эта карта делает. Карты, которые вы разыграете здесь, не будут раскрыты до конца матча. Сбрасывает карту с вашей руки и уничтожает случайную карту противника. Сбрасывает карту с моей руки, да? Такое себе развлечение, скажем. Давай сюда поставлю агента. Так, Рина. Кого мне дали? Кого мне дали? Ну что, давай тогда так поставим. Подожди, постоянные эффекты удваиваются, да? Тогда вот сюда. Ему надо было Рина, наверное, сюда поставить. Хотя у него, возможно, есть свой какой-то коварный план. Так, ведьма. Надеюсь, у него нет пса. Мне бы, честно говоря, не особо бы хотелось бы. Все, он сдался. У меня бы 4 пантеры сейчас вылетело бы. 2 и еще потом 2. Потому что постоянные эффекты удвоены. О, друзья мои, я перешел на 48 ранг. Ну что, поехали дальше, продолжаем. Надо будет какую-то еще, ребят, колоду. Вот я думаю, по поводу сброса, колода на сбросах, замутить. Только усовершенствованную уже. Не старой модели, которая у меня была, а вот современной. Опять же, постоянные эффекты удвоены. Он что-то воодушевился, я смотрю. Не к добру это. Не к добру его воодушевление. Угу. Ново. Ох ты. Хм. Есть у него ново.
Я, наверное, пока потерплю. Зачем вот это все? Стоит ли мне сюда ставить или нет? Вот в чем проблема-то. Ну давай морду поставим. Морф. Угу. Очень интересно. Стоит ли мне его ставить, а? Ну, давай поставим. Угу. А вот что дальше? Я не знаю, там что у него дальше, ребят. Седьмой ход, да? Такс, дальше. Дальше я, наверное, поставлю вот этого парня. Защиту. Так, что же дальше-то сделаем? Наверное, поставим вот так вот. Это последний ход, да, у нас? Ну и вот так, наверное. Хотя здесь 7. Блин, я не знаю, ребят, как тут лучше сделать. Ну давай так оставим. Фигня получилась. Мы не успели, ребят. Я не успел открыть эту карту. Вот в чем беда. Если бы мой бы пес открылся быстрее, конечно бы ничего бы этого не произошло. Но... как тут определить, кто первый ходит? Чья карта ходит первой? Я не пойму. Я не пойму, как понять, чья карта ходит первым. Ну, раскрывается. Что-то говорили, как подсвечивается, у кого там что подсвечивается, не пойму. И самое обидное, что у меня на Вонге не выпал ни Дум, ни Тигрица. То есть я не смог разыграть Вонга вообще никак. Вот такие вот пироги. Ну давай сюда поставим. Давай поставим сюда. Так. Понятно. Сорви голову поставил он. А что он дает? Ваша карта с базовой стоимостью 4 стоит на 1 меньше. С базовой стоимостью 4, то есть Вонг будет стоить дешевле, да? Получается так. Угу. Допустим.
Ну давай я поставлю сюда. Хоть бы выпало то, что мне нужно. Тигрица выпадет? Да ладно, блин, тигрица не выпала мне. Ну и замечательно, блин. Последний ход. Перемещать карты можно. Только сюда, что ли, можно, да? Ну давай. Ай, сдался. Он сдался, ребят. А сейчас бы мы ему там закатили бы. По-черному. Так, ладно, забираем здесь наши мини-награды. Так, 130. Мало. Этого мало. Поехали дальше. Это моя... Вот, кстати, ребят, кто знает, как ставить вот эти вот надписи? Находящиеся здесь карты без способности получает плюс 3 к силе. Пару партий их сыграем, потом попробуем создать колоду на сбросах. Вытягиваем карту, ну-ка. Не хотел бы я. Ну, как бы пригодится, но на ранней игре вряд ли. Превращается в одну из локаций. Давай сюда поставим носорога. Сломаем. О, мистер Фантастика. Я его 1000 лет не видел, честно тебе скажу. Мистер Фантастика этого. Негатив. Интересно. Интересно будет все посмотреть на мистера негатива. Так, бишоп и космо. Ну, с космо он не успел. С космо он не успел. Давай так поставлю, наверное. Ему нужно будет сюда, я не знаю, сколько поставить. Сейчас у нас будет 15. Где он сейчас возьмет такого бойца? А ты думаешь, это тебе поможет? Ну вот и все, да? Окончен бал. Погасли свечи. Да, с псом, конечно, он, ребята, как бы, но... Опять же, он поставил его, да? Но он не успел его раскрыть, потому что моя карта сыграла первой. Вот именно из-за этого у меня вот проблемы. Как понять, чья карта будет разыгрываться первая? Так, 180 кредитов. Как ты видишь, ни на что не хватает. Поехали дальше. Еще партийку и уже попробуем что-нибудь, какую-нибудь колоду. У меня там колод дофигища, но они уже там старые и древние, и как бы их нужно заменять. Тем более у нас много новых карт появилось. Так, если вы разыгрываете здесь карту, так, ее базовая сила меняется на 2. Так, это что у нас? Карты, которые изначально не было в вашей колоде, стоят на 1 меньше. Ну, допустим. Вот это... Так, подожди, сколько стоит 2, а это единичку?
Может, в принципе, вертолетик этот... Подожди. Вертолетик этот уничтожить? Че, ломаем стереотипы? Вонг у него. Угу. Ну и мы тогда поставим Вонга. А что он там хочет? Тигров разыграть или что? У меня-то, видишь, нет ничего пока. Аж две карты влепил. Так, Кейбл. Угу. Чё? Ага, добавляет случайную карту. Понял. Давай смотреть, что у нас сыграет, нет? У него Doom. Паршиво, ребят. Ну, был бы у меня Doom, конечно бы, вместо, например, кого? Да не то, что вместо кого, ребят. Я не успел Вонга поставить только лишь из-за того, что... Он не выпал у меня на нужный ход. Поставил бы Вонга раньше, все было бы окей. Так, ну что, я хотел создать колоду новую. Давай, например, вот эту вот мы уберем. Разберем полностью эту колоду, 16-ю. И поставим... А, ее даже и нету здесь. Значит, я хотел что-то на сбросах сделать. Попробуем. Добавим Блейда. Так, Морбиус у нас за каждую сброшенную вами карту в игре. Можно попробовать добавить его. Карнейдж. Так, это когда перемещается. Нам это не нужно, нам это не подходит. Вервольф. Так, дальше Сварм. Ну, попробуем. Получится, не получится. Так, дальше берем Киллмонджера. Саблезубый. Что еще нам может пригодиться? Ну, понятно, что Хелла. Добавим этого. Ну, например, его возьмем. Но опять же, ребят, его брать опасно, блин. Если только под пса его ставить. Либо под этого. Блин, ну тут видишь. Вот как тут лучше сделать? Апокалипсиса, я не знаю, стоит ли вообще его брать, ребят, потому что... Наверное, вместо вот этого... Взять лучше... Покажи, где он. Где у нас этот безумный гонщик? Кстати, вот это тоже надо как-то... Блин, вот и все. Вот и вот, вот что тут делать? Может быть, нового убрать? Тогда Киллмонджер здесь нам не понадобится. Я, наверное, уберу. Так. И нову удалю из колоды. Так, и поставлю, наверное, Мастер Меча. Ой. И плюс ко всему... Призрачного гонщика. Ну, вот так попробуем. Что-то мне колода 16, колода 16. Подожди секундочку, это как так?
что у меня две колоды 16-х? Почему у меня две колоды 16-х? Что-то не врублюсь. Странно. Ладно. Значит, мне нужно играть первой колодой. Вот этой вот. Попробуем. Я на толчке. Я на толчке. Нормально. Ё-моё, 5 к энергии на этом ходу. Опа-на. Так, что-то интересное намечается. Вот так вот, да, значит? Но почему Морбиуса именно скидываешь-то? Ты мою налево, блин. Ну почему ты... Лучше не придумаешь, блин. Взяла Морбиуса, мне скинула, а? Это-то откуда вообще карта-то? Я не понимаю, откуда вот эта взялась-то? У меня ее не было. А, заменяет обе колоды на случайные карты. Ёк-макарёк. Давай сюда поставлю я этого Грута. Что это? Кто это? Ну и кого Хэлла сейчас? Морбиус. Ну ладно, выиграли мы здесь. Ну и... Каким-то чудом, блин, ребят, ну карта навыдавала, конечно. Все, все, все мне можно, что можно было испортить, все испортили. Давай еще разок попробуем. Пипец. Я не ожидал просто, что... И этот Морбиус... Опять этот Морбиус лезет сюда. Ну ты посмотри. Поехали. Кому он там сейчас рубанет мне? Ну конечно Хэллу, ребят. Ну кого он может еще рубануть? Хэллу, конечно, блин. Чепушила несчастный. Да. Где Карнейдж? Где 5 к энергии на этом ходу? Спасибо. Великодушно с вашей стороны. Если мы сделаем вот так и вот так. Руби карту. Он что, дает мне рандомовские, что ли, карты? Я не пойму. А, он сжигает все, что у него там есть. Вот так вот, да? Я тебя понял.
Ну чё, я не знаю, наверное, сюда. Или куда, или сюда нам. Где Карнейдж? Так, здесь он забил, да, получается, все. Всех карт на этой локации на 3. На 3, значит, ставим так. И вот. После четвертого хода нельзя разыгрывать карты. После четвертого хода здесь нельзя разыгрывать карты. Но я проиграю, ребят. Даже если мы здесь наберем, что нужно. Он по очкам выиграет. У нас здесь будет ничья, вот на этих вот локах. Вот здесь вот. А вот тут вот он выиграет. К сожалению. Ой, блин, закончить ход. О, я даже здесь ничего не сделал. А почему? Потому что, ребята, короче, лопухнулся я насчет этой барышни. Она только лишь в свой ход на 3 увеличивает, понимаешь? На свой ход. То есть, если ты после этого ходишь, она не делает их троечками. Вот как-то так. Короче, тут немножко... Знаешь, кого не хватает мне вот для пущей фигни? Дэдпула. Но его нету. Поэтому дай-ка я вернусь на свою старую колоду. Колода номер 9. Да, Дэдпула нету. А так бы... Он же стоит одну единичку, да? За единичку его... И Венома тоже бы не помешало бы иметь. И Мадока тоже, как вот он у них был. В общем, много чего нужно, карт мало. Как хочешь, так и борись. Тут нет такого, чтобы ты кол... Что там? Чтоб ты ангел взял. Чтоб ты колоду свою постоянно прокачивал. Ага. Опять на сбросах. Интересно, я успею заменить? Хотелось бы. А тут уже, да, тут уже пойдет дальше хорошо. Тут получается у нас белая тигрица и плюс Дум. Но кто у него может быть? Ну, Карнейдж, понятное дело, что будет. Так, Электро. Дедлок. Так, ну 100% он захочет уничтожить, да? Но не тут-то было. Уже у него ничего не получится. Они просто тупо здесь зависнут. Все, он сразу же сдается.
понял? Сразу же обделался, все, сразу сдаваться. Даже никакого шанса там не дает набрать мне этих баллов. Понимаешь? Все, как сразу не по его плану пошло. Ой, все, я сдаюсь. Чепушило. Так, ладно. Кто у меня хочет прокачаться? Морда, как всегда, не хочет. Кто же? Песик, ты? Нет. Ну, не Дедлок, это 100%. Вонг? Нет. А кто же тогда? Обычно разыгрывается, ну, прокачивается тот, за кого ты играл в последние разы. А вот я сейчас проверяю, за кого я играл. Что-то с магнита вообще, ребят, не везет в последнее время. Он мне не выпадает, как назло, вообще. Дружелюбный сосед. Да манал я таких соседов. Только сказал про магнита, и вот он тебе выпал. Когда не надо. Не будут раскрываться до конца игры. Дэдпул. Все, я понял, ребят. На сбросах начинается, да? Давай сделаем так. Где пес? Был бы пес, я бы Максимуса поставил под пса. Где пес? Спасибо. Корнеж сейчас поставит он сюда. Вот чья карта будет открываться первым? Вот как тут объяснить? Вот как понять, ребят? Обломался парень, да? Ну ты обломался, ты со своими картами здесь будешь сидеть долго. Теперь я еще вот так вот сделаю. Не, ну Дэдпул он может убить через Киллмонджера. Только его и все. Сразу там начинает мне поздравлялочки свои отправить. В одно место себе засунь их. Ну что, я жду, давай там ходи, ё-моё. Сюда поставим тогда. Черт узнает. Так-ка я, наверное, улучшу. Но у него, может быть, знаешь, что я тебе скажу? Который сжигает все. Да. Разрушитель. У него может быть разрушитель. Или все-таки так сделать? Разрушитель там наверняка. Апокалипсис. А, нет, не апокалипсис. Тогда все, ребят, выиграли мы.
То есть не разрушитель, у него тут апокалипсис был. Я на другое рассчитывал. Ну, нормально. Нормалек. Давай-ка мы заберем тут награду. Выиграйте на локации только с одной картой. Так, Вонг, по-моему, у нас хочет прокачаться, насколько я видел. Так, за 4 энергии, смотрим. Так, это трешки. Вот он. Ну давай, Вонг, прокачаем тебя до блестящего логотипа. Что получаем? 50 кредитов плюс 10 бустеров на кого? На Дедлока. Ну что, еще партийку залупим, да? Одну, последнюю на сегодня. Велкс. Велкс. Кстати, я вот этого паренька взял как раз для тех колод. Которые предназначены на сбросах. Дело дрянь. 5 к энергии. Оу. Мунгерл, так. Тю-тю-тю-тю. Что же мне здесь лучше сделать? Недостаточно энергии, пишет. Интересно. Что он хочет сделать-то, а? Что он там придумывает? Что-то придумывает здесь. Какой-то план у него есть. То ли их всех сожрать потом килмон... этим... Карнейджем. То ли черт знает. Оу. Так. Что за хитрый план у тебя, парень, а? Что за хитрый план? Ну, со смертью все ясно. До свидания. До свидания. До свидания. Шикарно. Ну что, ребята, довольно неплохо. Пока эта колода моя... Топчик рулит. Не знаю, ребят. Пока все получается. Пока все получается. Если кому интересно, как она выглядит, показываю, ребят. Может быть, кто-то что-то добавит в нее. Эта колода предназначена под Вонга. И плюс она косвенно касается именно тех колод, которые играют на сбросах. То есть через броню и космо. А основной здесь идет это Вонг. Через Вонга играет Тигрица Белая и Дум.
Киллмонджер нужен нам для того, что если кто-то играет на белочках, там всякие вот эти вот выставляет метеориты, вот эти вот нулевки, чтобы их просто уничтожать. Морду можно заменить, но морда мне дает что? Вытягивает враг карту, которая, например, стоит 1 единичку, она автоматически становится 6 единиц маны стоить. То есть, как бы, путает ему все карты. Ну и, сам понимаешь, магнит нужен для того, чтобы перетягивать тройки и четверки на одну из локаций. А Шанг-Чи нам нужен для того, чтобы перестраховаться, если будет какая-то супер-убер-карта, чтобы мы могли ее уничтожить. Джессику Джонс, ну, как некий такой буст, который из четверки вырастает в восьмерку. То есть, как бы, ну, неплохой прирост именно по силе. В принципе, и все. А на этом будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.